Эфир СТВ продолжают новости. В студии Ирина Рамбальская. Здравствуйте. И вначале коротко о главном к этому часу. Экономика – основа любых отношений. Президент недоволен объемами торгово-экономического сотрудничества в союзном государстве и ЕАЭС. Объединение стихии «Огненный торнадо» прошелся по Западной Австралии. И зачем в центре Минска совершил посадку Ми-8, расскажем через несколько минут. Прочные связи с регионами укрепляют отношения Беларуси и России, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Именно они способствуют сближению народов, а также позволяют развивать экономическое сотрудничество. Костромская область – давний и надежный партнер Беларуси. Обе стороны нацелены на поиск неиспользованных резервов, новых общих интересов и наращивание объемов взаимного товарооборота. Во время встречи глава государства также затронул тему возникающих споров относительно качества белорусской продукции и ограничений поставок на российский рынок. Александр Лукашенко призвал партнеров разобраться в сложившейся ситуации. Прямые партнерские связи с регионами России становятся все более значимым фактором укрепления двустороннего экономического сотрудничества наших стран. Ну а без экономики ни туда, ни сюда, потому что это основа любых отношений. Это вот ответ многим тем, кто сегодня начинает считать наши отношения по бухгалтерии. И меня упрекают в том, что я ищу интерес. Но если нет интереса, наверное, вы бы сюда не приехали. Костромская область давно является перспективным и очень надежным партнером нашей страны. В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали рубеж 100 миллионов долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот сегодня. Но за последние 2 года объемы товарооборота значительно сократились. Вот что меня очень волнует. И встает вопрос, если уже не прятать и не делать вид, не надувать щеки, ну зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем союзном государстве, но и евразийском. Об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того, чтобы объединять, склеивать, устранять негатив, запрет на поставки говядины в России. Без проверки, а я настаиваю, чтобы проверка была. Проверьте, цивилизованно. Вот к нам приехали китайцы, они посмотрели наше предприятие. Но проблем нет, никаких вопросов. У нас, говорят, таких предприятий нет. Поставляйте с любого предприятия молочку, говядину. Почему вдруг в России мясо поперек горла стало? Фуру мяса завезли, и якобы оно, ну, понюхали на границе, и оно с Украины. Заберите это мясо, ну, вас его уничтожают. Уничтожьте. Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает. Я говорю, вы там боритесь, чтобы не, ваши не пользовались этим. Мы до сих пор не понимаем. Закрыли и закрыли. А Минская область – это же полстраны. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться? Надо разобраться. Знаете, надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть 1 грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну. Вы должны знать, что вы наши самые близкие братья, россияне. Поэтому я еще раз говорю, спасибо вам и вашим коллегам за то, что вы приехали. Нам надо устанавливать вот по линии народной демократии теснейшие отношения. Мы были вместе и будем. Только не хотелось бы их усложнять и проходить какой-то период непонимания. Беларусь и Костромская область видят резервы в самых разных отраслях экономики. В этом регионе планируют создать единый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Есть перспективы в сельском хозяйстве и строительстве. Российские аграрии приехали на повышение квалификации в Беларусь. Теоретические занятия проходят в Гродненском аграрном университете, а на практике знания отрабатываются в образцовых хозяйствах области. Россияне знакомятся с передовым опытом в растениеводстве и животноводстве. Спектр тем широкий – от кормов и удобрений до социальной жизни работников СПК. Успешный опыт белорусского агропромышленного комплекса аграрии хотят перенять для своих, в основном частных, сельхозпредприятий. Почему мы сегодня в отрасли АПК не можем достичь тех показателей, которые сегодня достигаются в Республике Беларусь?
Мы вот, видим, что действуют определенные регламенты, которые в силу определенных, значит, моментов были утрачены у нас. Это строгие подходы в технологии. К слову, перенимать опыт представители Томской области едут к нам не впервые. В октябре прошлого года россияне изучали работу лесного хозяйства, промышленного сектора и туристического бизнеса нашей страны. Большой разговор и импульс для важных дел. С таким заглавием сегодня вышла в тираж одна из самых авторитетных газет страны СБ «Беларусь сегодня». Сразу на трех полосах акценты более чем семичасового диалога Александра Лукашенко с представителями общественности, средств массовой информации и экспертами. Экономика и социальная политика, внешние угрозы и партнерские отношения с дружескими странами. Диалог без преувеличения затронул все темы, волнующие сегодня жителей страны. Поручения, сделанные президентом в ходе разговора, станут своего рода дорожной картой, то есть планом действия на ближайшее время, как для власти, так и для самих белорусов. Я сама работаю в образовании, и в принципе шестой день для развития ребенка – это очень прекрасно. Он должен знать свой город, он должен посещать театры, выставки, а в учебные, в будние дни, в принципе, это невозможно, поэтому я только за. Все, наверное, были очень важные сферы и вопросы, которые были заданы журналистами, вопросы здравоохранения, и, соответственно, интересовались. Поэтому глава, конечно, вот нашего государства очень хорошо и внимательно отнесся ко всем, я думаю, вопросам. Большой разговор с президентом вызвал широкий общественный резонанс. И на своих страницах журналисты СБ «Беларусь сегодня» обещали вернуться к дискуссии. К событиям в мире. Огненный торнадо образовался во время лесного пожара в Западной Австралии. Объединение стихий снял на камеру один из очевидцев, который находился в 6 километрах от эпицентра. Вихрь вырывал с корнем деревья и кустарники, поднимая их в воздух. Пламя возвышалось над землей почти на 20 метров. Общая высота торнадо достигала 300. Буйство природных явлений удалось взять под контроль команде пожарных из Департамента парков и дикой природы. Мэр Анкары заявил, что последняя серия землетрясений в Турции была вызвана искусственно. По его мнению, их могли устроить те же силы, что совершили попытку переворота в июле прошлого года. Выяснилось, что неподалеку от очага активности неизвестный корабль проводил сейсмические исследования. Мэр настаивает на расследовании причин землетрясения и контроле всех подводных лодок и кораблей, находящихся недалеко от Стамбула. Напомню, в понедельник у западного побережья Турции был зафиксирован подземный толчок силой 5,2. В результате землетрясения пострадали не менее 5 человек. Были разрушены 102 дома. Сейсмическая активность повторилась в этом районе еще два раза – в понедельник и вторник. Кандидатура Фиона на выборах не устраивает французских избирателей. Несмотря на публичные извинения, которые принес экс-премьер в связи со скандалом вокруг его супруги, 68% респондентов считают, что он должен выйти из предвыборной гонки. Такие данные опроса приводит Французский институт общественного мнения. Скандал разгорелся после того, как в одном из сатирических изданий появилась провокационная публикация. В ней утверждалось, что Пенелопа Фион незаконно получила почти 1 000 000 евро, так как фиктивно числилась помощницей собственного мужа. Жители австралийского Сиднея оказались в ловушке из-за внезапного наводнения. К нему привел мощный ливень, который утром обрушился на город. По данным синоптиков, буквально за час уровень выпавших осадков в пригороде достиг 5 сантиметров. Несколько крупных автомагистралей оказались затоплены. Кроме того, из-за непогоды нарушилось авиасообщение. Некоторые рейсы задержаны. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Шведский опыт во благо белорусской экологии. Семинар по зеленой экономике с участием посла Швеции в Беларуси прошел в Брестской области. Подходы, успешно реализуемые в Скандинавии, могут работать и в белорусских реалиях, выразил уверенность Мартин Оберг. Это касается и озеленения городов, и транспорта, и переработки отходов. Так, в Стокгольме на свалку попадает лишь 1% мусора. Благодаря шведскому проекту в Бресте уже обновили оборудование и систему очищения сточных вод. Главное здесь – это не отдельные проекты, где есть одна идея. Это интеграция разных сфер. Например, с мусором мы получаем биогаз, с биогазом мы употребляем топливом для автобуса, чтобы снизить количество машин на дороге. Были определены такие приоритеты, как водоочистка, строительство велодорожек, развитие зеленого мобильного транспорта. Это энергетика. В качестве такого пилота у нас стоит строительство парка, нацпарка тысячелетия города Бреста. В центре Минска на проспекте Победителей совершил посадку вертолет Ми-8.
Винтокрылая машина доставила пострадавшего с огнестрельным ранением. Все это легенда. Совместную тренировку провели военные медики, авиаторы ВВС и войск ПВО. На земле условно раненого встречал реанимобиль с представителями медицинского отряда спецназначения белорусской армии. Они доставили пострадавшего в республиканский центр огнестрельной травмы. В вертолете предусмотрен медицинский модуль, который оборудован всем необходимым реанимационным оборудованием для поддержания жизненно важных функций пациента. И, соответственно, уже с момента попадания по погрузке пациента на борт, он уже начинает получать необходимую реанимационную помощь, реанимационное пособие в полном объеме. В рамках тренировки медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненых, а также изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших. К столетию белорусской милиции в Минске состоялся закрытый показ художественного фильма «Следы на воде». Одними из первых ленты увидели журналисты. В основу сюжета лег основанный на реальных событиях роман доктора исторических наук и полковника милиции в отставке Николая Ильинского «Чужой среди своих». Экранизировал истории судьбы героев книги режиссер Александр Анисимов. К слову, фильм снят в сжатые сроки. Съемочная группа справилась всего за 4 месяца. Все это было в моей книге, это и было в жизни по-настоящему. Борьба с армией Краевой, это была жестокая война. В милиции пришлось много поработать. Мне выдуманы, не высосаны из пальца. Взял абсолютно всех белорусских актеров. Получилась абсолютно такая национальная группа. Мне хотелось доказать всем, что, в общем-то, белорусы ничуть не хуже, там россиян и прочих. Премьерный показ фильма состоится 21 февраля в кинотеатре «Москва», а в прокат лента о белорусской милиции выйдет 23 февраля в День защитника Отечества. На этом у меня пока все. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск в 19:30 проведет мой коллега Игорь Поздняк. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго.